Приветствую вас. Я думаю, что начать необходимо с фактов, которые могли бы показать, доказать, что у вас действительно есть биполярное расстройство. Я думаю, что достаточно многие люди могут давать какие-то диагнозы свои, да, только вот как бы момент здесь заключается в том, на каком основании они это делают. На каком основании они это делают, да, и на каком основании вы верите людям, когда они говорят, что у вас может быть биполярное расстройство. То есть эти люди, что они врачи, они диагносты. Вот. Как бы, ну, в психологии, да, вот в психологии, вообще, ну, вот, по крайней мере, в одной из школ психологических, вообще не считается хорошим тоном, да, диагноз какой-то ставить людям, потому что это, ну, навешивает ярлык на человека. Вот, понимаете? Поэтому тут вот в первую очередь идет, наверное, такой момент. Почему вы считаете, да, для себя вот, условно говоря, позволительным, возможным верить людям, когда они говорят, что у вас может быть, значит, там, ну, какое-либо расстройство. Вот. То есть мне кажется, что вот этот момент, его нужно исследовать обязательно, чтобы, ну, вы лучше отдавали себе отчет в том, что происходит, вот, и чтобы все-таки больше было какой-то вот, может быть, знаете, связи с реальным, ну, с реальным миром, да. Вот, а для себя вам никак, к сожалению, не понять того, если у вас биполярное расстройство или нет, потому что сделать это может только психолог, только, даже не психолог, а психотерапевт, психиатр, вот, клинический психолог может это сделать, и, то есть, как бы, ну, профессионал в самом деле может это сделать. А в остальном никак. То есть в остальном это все просто такая, знаете, игра в остальном, вот, которая, ну, на мой взгляд, лишена вообще каких-либо оснований, да, каких-либо основ,
и так далее. Вот. То есть это такой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Не увлекайтесь постановкой сами себе диагнозов, ничего хорошего вам это не даст. Вот, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.